На главной арене Дворца спорта «Триумф» прошли открытые соревнования по художественной гимнастике. Спортивное мастерство продемонстрировали девочки от 4 до 17 лет. Для многих это первый выход на соревновательную площадку. В мир красоты, грации и эстетики окунулись мои коллеги. За призовые места состязались более 100 гимнасток из московского региона. За полторы минуты юным грациям предстояло выполнить не менее 6 элементов, включая броски, витки, обороты и перекаты. Я довольна своим результатом, получила удовольствие от выступления. Я выступала с БП, с обручем, с мячом и с булавами. Ну, я хочу стать тренером по художественной гимнастике. Пока сейчас на ковре выступают маленькие, я вижу в них себя, как я была такая же маленькая, волновалась, переживала. Вот сейчас я выросла, понимаю, что чем больше работаешь, тем больше все получается. Желаю маленьким девочкам, чтобы они никогда не сдавались и шли только вперед к своей цели. Покорять вершины помогают ежедневные тренировки и наставления тренера. Чтобы получить высокую оценку судей, нужно во время выступления задействовать всю площадку. Но главное – выполнить все элементы без ошибок. Девочки из года в год показывают свое мастерство, улучшают навыки и радуют нас прекрасными результатами. Каждое участие в соревнованиях – это очень полезно для спортсмена, потому что это возможность продемонстрировать то, чему они научились, возможность показать себя, проявить себя и, конечно же, завоевать призовые места и повысить тем самым не только достижения в своем спорте, но и самоуверенность. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.